Jetzt machen wir auch noch eine Fußballschule hier. Ja, gut. Ja, machen wir. Ja. Schon mit dem das ist eine gute Idee. Projekt. Господин Инфантино предлагает здесь сделать в университете футбольную школу. Все, завтра откроем. Пусть только скажет. Morgen öffnen wir. Genau. Все, завтра будет. Отлично. Спасибо. Наш хороший друг. Мы проводили здесь, как вы знаете, чемпионат мира недавно. Хочет развивать футбол в Индии. Ур ве Бхарат ме футбол ко виксит карна чахте. Ва. Машина готова. Мы готовы к локализации компонентов данного вертолета по программе Make in India. Данный вертолет имеет внутреннюю конструкцию, трансформер. Здесь поставлен медицинский модуль. По требованию Министерства обороны Индии, соответственно, мы должны поставить транспортную кабину, грузовую платформу для перевозки груза 500 кг и модуль для повышенной комфортности. Ну, я хочу еще раз сказать, я действительно летал на этом вертолете, ну так на вертолете, мне нравится, очень удобно. Хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море. И Министерство военного флота ВМФ Индии предлагает выдать тендер на 111 вертолетов для палубной авиации. Мы хотим участвовать в этом тендере в силу того, что у нас есть совместное предприятие в Индии между нами и компанией HAL. Уровень локализации какой? И по некоторым основным системам компонентам мы доведем уровень локализации порядка 70%. Будет уровень локализации производства в Индии. В полном объеме то, что вы говорите, делаю в Индии. Вот это вот не будет. मैं हमारी वही कोशिश है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो और हम भारत को तो बहुत बड़ा मार्केट है ही है लेकिन बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है поэтому вот именно вот что мы хотим передать технологию с России в Индию, чтобы мы производили далеко в Индию, и мы предоставим огромный рынок не только для Индии, мы можем экспортировать в третьи страны. Правильно, так это есть тот самый случай, 50-70% локализации. Ему порта. А это двигается? Да. Вот более управление. А эти складываются винты, это как раз если на палубе размещаются вертолетоносцы. И смена одного модуля на другой происходит примерно в течение часа. Но наша версия модуля повышенной комфортности пассажирского, соответственно, такая кабина потом меняется. Скоро где-то, скорее всего, 220 километров. 220, максимально 250. Тантемистр, это гражданский Ми-171А2. Это глубоко модернизированный вертолет, известный Ми-8, который используется в Министерстве обороны Индии. Это гражданский вертолет, новый. Кертный пассажир, ребята. Сколько пассажиров? Значит, до 24 пассажиров. А на рынке на данный момент сколько таких машин? Это новая машина. Одна машина поставлена в Казахстан. Две машины летают в Российской Федерации, компании UTR. И, соответственно, в рамках МАКСа 2019 мы заключили подготовительный контракт на 5 машин в Китай. Новая машина? Ебрикуль, ная машина. Здесь у нас на базе Ми-8 машина. Это как бы продвинутая версия. Здесь стоят новые композитные лопасти, новые российские двигатели, которые мы сделали взамен украинских двигателей, новый комплекс авионики. Мы построили два новых современных завода по производству вертолетных двигателей в Петербурге. Получение торжественных подарков, как благословение на удачу во всех делах. А вы вертолеты делаются в этой республике. Работа с индийской медицинской компанией, разработка российской компании и, соответственно, работа с индийской компанией под тест-маркером на инсульт. Уникальная технология, в мире аналогов нет. Самое главное, что большое количество жизней должен спасти. Какие технологии, еще до того, как произойдет инсульт. И мы прошли клинические испытания уже в России. Успехов. Это инвестиционный потенциал, который мы инвесторам показываем. Также у нас золото. Соны как шетры. Это флюориты. Я тут нажимаю. Флюорайз как шетры. Это специально металлургическое производство. Добрый вечер. Добро пожаловать на Камчатку. Хорошо. Камчатка – самая большая популяция медведей, самый большой медведь, больше 20 человек.
Камчатка region made 26,000 years of living. У нас была серьезная проблема. Последние 20 лет почти в 3 раза уменьшилась популяция сокол. Мы создаем центр на 300 пар. По нашим подсчетам, в течение 5 лет будет популяция восстановлена. Конечно, без наших коллег это работа очень тяжелая. Господин премьер-министр Владимир Владимирович, вас приветствует Приморский край. Перед вами краса и гордость Приморской тайги, амурские тигры. Благодаря программе, принятой Владимиром Владимировичем, из 50 экземпляров, которые были здесь сегодня, на Дальнем Востоке уже почти, да, 580 уже даже так вот считают. То есть 10 раз увеличилась популяция тигров. Все это в естественной среде. Владимир сам иногда выпускает в естественной среде. Мы сейчас пытаемся восстановить популяцию снежного барса. Коротко о тех проектах, которые реализуются здесь вместе с вашими специалистами. Это 2 предприятия по огранке алмазов, на которой уже работают порядка 400 человек. И 1 предприятие по расфасовке чая индийского. И 120 индийских студентов учатся в стенах университета, там, где вы сейчас находитесь. Самый современный экологически чистый терминал. Вот министр транспорта. Из месторождения на поезд. Поезд приходит по железнодорожным путям с вагоном-опрокидывателем, переваливает хранилище. Здесь 1,5 миллиона тонн одновременно. И потом при помощи системы транспортировки грузится. Покажем, как прям грузится. Да. Вот сейчас идет погрузка вживую. Здесь будет музейный комплекс и филиалы наших крупнейших музеев. Эрмитажа, Русского музея, театр и высшую школу. Музыкальная. Театр Бога и художественное училище и балетное училище. Балет а также жилые помещения, жилые здания для размещения там и студентов, и преподавателей.